аккуратнее эти штуковины вылази. Ну чё? Амаш. Блядь, не хотелось там прыгать наверху уже, да? Блядь, я не знаю, как её правильно снимать. А, наоборот, надо. Я чуть-чуть не успел. Там всё не по плану пошло. Ну чё, как? Надо ещё раз прыгнуть будет. 600 рублей. Я два раза. Он уже два раза вон прыгнул. Хороший пример. Сначала страшно. А вот подвесную систему что-нибудь повредить?